Девчоночки мои, у меня к вам вопрос назрел. Ой, смотрите, детки. Детки у него пошли. Манюськи. Видите, вот желтенькая тоже. Ой, у него тоже, смотрите, малюпуськи. Что, лаванда моя вообще, смотрите, что. Что это? Сохнет прям, видите? Жухнет. Что это все такое? Не знаю. Ветер был, малинку тут мою вообще раскачал всю. Ой. Вот. А это пошел отросток от сгнившего, что было. Аня мне давала ростка, да? И он сгнил, я его обрезала, не вырвала. И смотрите, отросток из-под земли, вон, видите, пошел. Это две разных малины. Пусть сидят вместе. Вроде бы малину, кто знает точно. Вроде бы, как надо, чтобы разные были сорта. Только тогда у меня в Казахстане была желтая и красная двух сортов. Все вместе росло. Многоразовая и была одноразовая. Она такая, знаете, была... Ой, какой желтый костюмчик на девочке, смотрите. Хорошенький. Была это, шмель большой прилетел. В бутылках там кунается. Ну не улетай! Это... Вот эти плеши. Ну да ладно, понятно. Вот, роза, я вам как-то показывала видео, она была белым, усыпана, да, сейчас смотрите. Прям вся, как будто какой-то мох. Видите? А эти вот свежие распустившиеся, хорошенькие, я ее на всякий случай. О, сейчас бы с этой вместе. Возьму ножницы. И вот синенькие, смотрите, как жухнут. Тут такие веселые стояли. Здесь в шкафу. Запасы подсолнечного масла. Ведро с тряпками поломойное. Там для ремонта. Вот. Все здесь. Это для на улицу, когда идем, если пикник, да, покрывал специально. Дочь любит просто простой пледик брать. Горшки, лейки. Все, что хочешь. Потому что масло у меня всегда тут лежит. А сейчас этой рукой неудобно будет. Потому что они вместе, видите? Сейчас, не дай бог, если ломать начну. Вот так вот. Хотя заберу в дом, в помои бархоточки мои. Глазик радует. Где-то там упал. Это сюда. Вот. Тоже что-то Борис приуныл. Мне сынок. О, смотрите, воткнулся. Как будто тут и был. Сынок нарыбачил рыбки. И показывал. Караси маленькие ему попадались. Блин, и не привез. Говорит, мне стыдно даже вытаскивать такую рыбу. Отпускал я. А я-то хочу такую. Смотрите, какая-то мухея прилетела. Вам ее видно? Солнце светит, не видно. Щути. Щути, щути. Это эти вот эти. Мухи-невропатологи какие-то. Они, которые зависают на... Ну вот, садись, покушай хоть. Зависают на одном месте. Ну, щути там бездинькает. Щути там... Мужчина. Вот. Посмотрите, как она аккуратно по пульсу все собирает. Вкусно тебе? Вкусно, я знаю. Еще ягодки кое-какие остались. Клубника должна зацвести еще раз. Ну что-то пока не мур-мур. Она многоразовая. А то, может, уже одноразовая стала. Крионитинг. Несколько штучек, но радует глазик. Вот этот маленький, смотрите. Чпань такой вылез.
заберу уже скоро на днях. Тут ничего нету? Нет, ничего нема. Опять эта ветка туда залезла. Ты что? У тебя твой дом там, что ли? Ну так будь, да? Эти тоже что-то всох. Какие-то вон свежие идут, да, а зеленые вот такие вот некрасивые. Ну, ну ладно, один год порадовали глазик. И ладно, даже не год, а ну, с месяц порадовали. Ладно. Потом другие выпишу. Другие. Разноцветные. Если желание будет на следующий год. Вот это вот тоже что-то, он, видите, все. Шпоньк, шпоньк. Все позасохло. Этот все уже не хочет больше цвести, а красиво цвел. Хоть и меленько. Я эти не отрезаю, потому что на них, он, видите, вот эти вот побеги, они живенькие. Вдруг отсюда что-то еще пойдет. А вдруг? Потом осенью уже обрежу. А вот этот вот, как бы сдох. Уж и я в тебя бы выкинула. И уже бы вот это, ему бы место вот сюда было бы. Не тр, не но. Хорошо, пойдемте рыбу покажу. Сейчас это все поуберу. Гляньте, караси. Это параси, а не караси. Ёханый бабай, ну что это? Хотя он мне фотографию присылал, такой маленький карасик там был. Прям вот на ручке лежал. Говорю, Саша, вот этот, вот этот, вот это мой размерчик. Ну, я его отпустил. Два почистил. Время было. Два нечищенных порося. На рыбанке лезь. Девчули, рыбу все посолила. Тут уже она просолилась, да? Корку посолила, поперчила. Постояла. И теперь хотела на балконе идти жарить. Дочь там красила, сушила. В общем, уже вечер поздний. Уже думаю, все, не буду таскать ничего туда. Буду здесь. И вспомнила про то, что я уже давно делала, да? Этот лайфхак. Лайфхак. Ну, в общем, такое что-то новенькое, да? Я делала, я как-то рыбу красную вот так вот жарила. Вот. А сейчас решила вот этого. Это был карась. Такой карась, да? Парась, а не карась. И сейчас я буду в мешочек насыплю муки, потому что уже прям нагревается быстро. Она у меня посоленая, поперченная, да? И буду вот так вот бумагу, вот эту тут пекарскую бумагу, да или как она называется, смять хорошо. Разложить, налить маслица, греть и вот так вот жарить. Это для того, чтобы не было вот брызг от рыбы. Я давно это делала, я как уже вам сказала, да, но не помню. Помню, что делала, но не помню, что было. В общем, сейчас я закину рыбку, обваляю в муке, как всегда в кулечке я делаю, да, и будем жарить и наблюдать с вами. Ну, еще раз, может, кто не знает или кто не видел, да, я рыбу всегда вот в мешок насыпаю муку. И даже иногда соль, перец, все сюда тоже в муку. Все хорошо тогда перемешаю. Потом закладываю рыбу, выгоняю воздух, даже если без вот этого вот цып-цып, или как он называется, который замок закрывается, да, то выгоняю воздух, завязываю хорошо. И все, и вот раз-два. Готово. Где-то, видимо, дырочка. Ставить муку. Ладно. Все. Масло здесь практически нагрело. Сейчас выкладываю и подключу, покажу. Все. Остатки рыбы выложила уже в дом. А тут жарится. Ну вот пока. Смотрите. Видите? Нету. Нигде. Видите? Тут есть чуть-чуть или нету? Ну, самая чуточка, смотрите, есть. Да, а так нету, жарится, живучка. Шестый, не брызгается. Значит, все-таки правда. Мы посмотрим, как дальше будет, да? Я пока жарю, если что, подключусь потом. Смотрите, я набрызгала. Но совершенно не столько, сколько
было бы вообще вообще без бумаги, да? Я держала на девятке, вот сейчас только на семерку переставила. Из-за этого она зажарится, зажаривается начала сильно. И вот так, когда давлю, видите, а в ней еще, а она должна была постепенно, да? А в ней сок еще сырой. Вот. Надо было вовремя убрать, видите? И оно вот я давлю, естественно, вон брызгает. Немножко летят. Сейчас другое буду жарить. Это. Вытру, прежде чем ложить еще одну партию, да? И потом будем жарить вторую партию. Ну, так все крысяло. Ну, вот ножи я положила. Заложу, у меня колодец не загорит. Не люблю, когда с мукой, но а что делать, рыбу иначе не казалось. Хотя не пробовала. Красную рыбу я жарила. Тут еще видно, что она жирная. Я салфеткой повытирала, да, то, что она брызгала. Размазала, не повытирала. Но пока вот, видите, пока переставила на пятерочку, чтобы не сильно горела. И буду жарить, и теперь уже давить буду на нее, да, во время жарки прям. Чтобы постепенно доходило, да? Ну, и чтобы не сильно, ну, на сильном огне уже не буду жарить. Вот. Дымок присутствует, ну, как муки, как всегда. Тут вот красавица. Все жарим. Дальше покажу, как будет. Так, вот смотрите, видите, чуть-чуть ее загрызли. Я ее переворачивала и жмакала. И вот именно, вот когда начинаешь, вот что начинает стрелять, вот этот сок, да? А так рыба не стреляет, нужно именно совершенно сильном огне, да? И время от времени вот нажимать, чтобы слышим. И все, и начинает брызгать. Вот. Вот. Я ее всегда так во время жарки я несколько раз туда-сюда переворачиваю, да? Так что практически нет. Это вот сок, да, и нужно вовремя убирать огонек. Так, все, окей. Хороший метод. Нашла канал. Казахстанский, как читавский, практически родина. Подписалась. У них память о Юре Шатунове. Как же память Юре Шатунова? Как типа концерт? Ну, они сами там поют, да? Слушайте, вот икру положила, она брызгает, зараза. Прямо что-то бабахало, сейчас уже притих. Это она. Вот так сильно наделала. А так вот, смотрите, брызги. Но все равно я еще две сковородки пожарила. Вот эти плямбы, это вот от нее. От икры. Ну а так, я вам скажу, было хуже. Сейчас, конечно, все помогло. Но раньше это было немного хуже. То есть это не икра, тут практически вообще нет есть. Вот. Раньше это было намного хуже. Так что советую бумажкой. Ну и в завершение убрала сковородку. Думаю, покажу, прежде чем я мыть начну. Ну вот, смотрите. Здесь что, ну кто жарит рыбу, он знает, да? Гляньте. Ну, намного ж меньше. Ну, скажите же. Намного ж меньше, или мне так кажется. Напишите, девчули, мне кажется, или правда намного меньше. Вот эти большие шлямпы, плюхи, это вот когда икра уже последняя, больше дала эта икра. Смотрите, куда уже они сгромоздились. Йоколаманайка. Какой высоты уже. Ужас! Ой, жара у нас. Доброго времени суток, дорогие друзья.
Сзади меня вон сколько самокатов. Что у нас? С утра пораньше самокаты. Сейчас 10:30. А, я вам не сказала, здравствуйте! Прекрасные люди. Голос вот хрипца еще. И что-то то оно сильнее, то меньше. У нас жара. Это просто ужас. 10:30. Сейчас, по-моему, 36. Горым. Я сейчас схожу. Еще одно видео перед отпуском, наверное. Может, два получится, если будет что снимать вам. А может, одно. Сейчас пойду доделаю дела в своем банке. Еще надо доделать кое-что перед отпуском. Потом поеду еще в Гезундхайцанд. То есть, как Министерство здравоохранения. Там тоже у меня делишки. Ну, там только какие делишки, письмо скинуть им в ящик. И все. Ой, и вот такую жару я выбрала ходить. Ну, надо. Хошь, не хошь. Ну, ладно, пошла по делам. Будет что вам показать, обязательно буду подключаться. В тенек зашла. Знаете, что вспомнила в этой жаре, блин? Песню. Учкудук или кучкудук? Учкудук, наверное. Иду и пою сама себе, напевая. Учкудук, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ой, ты в пустыне. Спаси, спасательный круг. Чуть-чуть передохну. Пару глотков свежего воздуха. Под деревом еще более-менее такой якобы свежий. Он везде свежий, а здесь он такой... А, прохладный, вот слова вспоминаю. Сейчас быстро перебежать. Сейчас с этими мелкими перебежками от одного тенька в другой. Понеслась. Пожар был в квартире. И те три квартиры сверху закрыли. Здесь у нас магазин Реал был. Я с вами здесь была. У меня есть видео. И не один раз, по-моему. Прогулку. Все, закрылся Реал. Больше его нету. Переждал пока красный свет. Здесь сниму чуть-чуть. Сейчас вон туда перебежать надо, бросим. Все, я в Росмане перескакала. Я думаю, волосы задрала, задрала точно. Все, сейчас немножко в этом районе просто не подкуплю, чтобы дома еще не ходить. Иду дома до хаты. Так, что я первый раз приволакивала? Опять клубнички купила. Так, надо свет включить. Ничего вы не видите. Клубничка аж прям переспелая. Смотрите. Бачки аж. Сейчас буду поедать и коктейли делать. Это малинка. Три пачки по 250 грамм взяла. 750 грамм взяла мяту. Это чтобы делать вот коктейли себе теперь с молочком. Или вот такую воду взяла. Это лимонад. Но оно... Что оно тут? Хинин, хальтики. Хинин какой-то содержит в себе. А, горьковатая вода такая. Ну, в холодильнике сейчас подержу и с ягодкой, и с мятой. Потом оно тоже хорошо будет. Сблендеровать это все. Дочь такой принесла швепс. Больше не могла тащить. Так, полные руки. Еще хлеб и вафли. И что я еще брала? Бумажные полотенца и туалетная бумага. Вы представляете, у нас туалетная бумага, вот последний раз я вам показывала, она была вообще у нас 2 с копейками под 3 евро, 2,85, по-моему, 4-слойная. Потом она стала 3 с копейками, я вам говорила, люксусная. Сейчас 4 с лишним, представляете? В Росмане посмотрела, она тоже так же стоит. Вот такие эти. Это не слива, по-немецки цвечкины. Как же она по... Русский тоже как-то, кто знает, это не слива, вот, а как она
называется. Как по-русски? Кто знает, напишите. Тоже вся прям мягкая-мягкая, переспела. Сейчас вот это мое питание. А тут еще с Кальсдорфа вон две сумки стоят. Ну, тут что я вам или показать? Ну, покажу сейчас. Так, ну и вот небольшой набор. Две сумки. Перволь вот такой пирожок. Порошок беру, не порошок. Гель для стирки, для черного белья. Такой же перволь я беру для шерсти еще. Вот шерстяные вещи, которые я... ну, у меня есть покупные, да, есть свои вязаные, и носки. Все я стираю вот этим перволем. Он розовый такой для шерсти. Так, а вообще белье я Вайзер Риза стираю. Тоже гель. Его я здесь в нашем Росмане покупала, тоже приносила. Краску взяла. Там вот был выбор. Как темная вишня. Так. Такой вот крашу голову. Она тогда не чешется. Без аммиака, напомню. Да. Без аммиака. Вот. И вони нету вот этой краски, знаете, долго. Чтобы на голове. Вообще нету запаха вот этого вот. Я такое мыло беру для рук. Дав. В дозатор наливаю его, да. Вот. Вот эти вот салфетки были по скидке. У меня есть. Ну, раз по скидке, думаю, возьму 22 штуки в пачке. Есть по 44, но те были без скидки. Я эти взяла. Пачечку. Это прокладки. То дочь запаслась, себе нет. Каждодневки. Большие беру. Есть большие... как сказать, с голубой полоской. Те нехорошие, а вот эти вот именно хорошие. Ну, для меня. Так, взяла этих, сколько их тут? 8 штук. Еще нам не хватает эти. Ну, вы поняли. Вешалки. Вот такой для унитаза беру. Взяла еще, по скидке тоже был. Думаю, а еще возьму. Раз тащить уже, то тащить. И вот этот для туалета тоже и для ванны. Брать беру. Это соль, тоже сыплю в стиральную машинку. Есть таблетки, да, соль, она тоже подорожала, между прочим, экономичнее выходит. Вот. Мерная ложечка там есть, я ее насыпаю. Ну, а это соль в эту. Вот в эту. Как ее? Посудомойка, во. Ну и думаю, как же ж я своим тоже есть корма. Ну, думаю, возьму по одной пачке. Одну вот. Тут 12 штук жидких. Жидкий корм. И одну пачку сухую взяла. Все. Сейчас вам покажу сыну. Сегодня у моего сыночка день рождения. Вот. 28 лет. Средний, который сам живет. Я ему выписывала книгу, не поняла, что-то одинаковые. Две части, что ли? Он у нас книгоман. Как и киноман. Что я не пойму? Троидный, да? Вот тут что? А, не. Да, это одна, если смерть спала. А это бокал шампанского. Он сам выбирает, да, какие книги? Вот, а мы, по-моему, дарим. Так, вот, толстенная. Джеймс Клавел. Сёгун какой-то. Так. Это Чезаре Ламброза. Гениальность и помешательство. Человек преступный. Тут шерсть, видите, повытаскивала пряжу всю. Там довязала кофточку, покажу вам сейчас. И начала уже кое-что другое. Так. Это что? Метафизика, политика, поэтика, риторика. Аристотель. Это что-то, по-моему, тоже. А, нет. Эммануил Кант. Критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. Боже, что он читает?
Вот. Ну, две вот этих. Это ему подарок будет. Придет с работы, зайдет, заберет. А эта дуча свой подарок сделала своими руками, такая специальная, тоже как типа книжка, вот вставляется между книг на полке, вот видите, как типа комната. Делала 3 дня, не отрываясь. Как всегда, на рабочем месте. Тигр мою. А второй сейчас покажу. Второй вот он. У ног. Развалился. У нас уже вечер, глубокий вечер. Уже думала, видео на завтра уже доснимаю остатки. Потом думаю, нет. Я пришла с этих походов до обеда, да, с утра до обеда. И прям упала. Таблеток напилась, и вот сейчас встала, опять напилась. В общем, от этой жары у меня голова опять разваливается. Так, сейчас покажу кофточку. Доча не хочет на себе показывать ее, да? Я ее постирала, погладила немножко. А здесь начала. Тоже для дочи. И вот прям, представьте, уже первый узелок прям в мотке случился. И случился прям вот здесь. Ну, думаю, ладно, я тебя потом попытаюсь запрятать все равно. Но будет изнаночная сторона. Я потом довяжу и посмотрю, да, где краше, какая сторона краше, на ту сторону потом и выведу этот узелок. Это у Татьяны Кельмашкиной я видела... Как же она ее называла-то? Ой, забыла... Как же. Все забыла. Без всяких этих будет вот... это будет, наверное, спинка. Шо, ты пришел? Вот. И кольчушка, она говорила. Вот. И спинка и перед. Все сошьются и будет вот такая вот... как сказать? Как я говорю, раздолбайка. Такая вот налита, да? Скос плеч потом там сделаю и все, и сошью. И будет воротник, горловина лодочкой, да? Пошире сделаю. Ну, а теперь кофточка. На себе не хочет, я ее уговаривала никак. Так и не приговорила. Ну, как и говорила, да, она задумывалась коротенькой быть. Она коротенькая. Вот. Такой мне нравится. Вот смотрите. Ровное полотно. А потом вот эти вот пупырышки. Толстенькие. Смотрите. Видите? Мне нравится. Тяжело вязать из этой пряжи, я вам скажу. Так, сейчас я нос вышмаркаю. А то, блин, как всегда... Сопли остались еще есть. Вот. Видите, мне прям нравится, как бы вам показать. Вот так. Она лучше всего. Ну шо, вот он вокруг меня. Я коктейль себе так делала. Клубника, мята, молоко. Пила, и он тут... Ах ты, засранец, прям с этого. О, теперь мне не звонит. Так, быстренько сейчас доснимаю. Невестка звонила. Идем сына поздравлять. Он с работы-то уже давно пришел, а мы пока все собрались. Вот. В общем, смотрите, да? И цвет ложится. Вот здесь заканчивал, вот здесь пятно прям получилось. Смотрите, красноватое. В общем, я, как всегда, отмечаю, ну, хоть тут и не потеряешь зад где, да? Но я вот просто ниточку вот так делаю, задеваю. И все. Здесь вот как шла вот это вот, да, это я... Не помню сколько. 4-5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 шла. Одна изнаночная, одна лицевая. По реглану, да. Также я потом здесь пошла. Вот.
сделала вот так вот здесь, набрала петли. Думала еще вывести вот так, знаете, на этот, на рукав. Потом думаю, нет. И вот здесь дальше так и пошла эти петли. По ним же, к ним же я потом делала убавки. Вот. И так это все и вошло сюда, в резинку. Вот. Как и здесь, с резинки началось. Вот такая ковчулечка. Вот я люблю все равно все. Вот простое что-нибудь. Самое главное, чтобы ниточка была непростая. Вот. Ну все. Здесь я делала везде два ряда изнаночной. Здесь тоже сделала по резинке. Здесь на рукавах. Ну, в общем, вот. Рукав просто набрала. Сколько набрала, столько и вязала рукав. Он нормально, я ее намерила, нормально, да? Вот. С этой стороны тоже покажу. Еще, как сказать, не разошелся, она его поносит, да? Хорошо, где-то из вот этих вот, видите, где-то толще, где-то тоньше, где-то вот так прям аж. Ну, ничего. В этом вся и красота для меня. Ну, такая ковтюля. Вот. Ну, все, поскакала я, переоденусь это в домашнем платье. И, о, ловим сигнал. Чей ловим сигнал? Антенна встала. Поскакала я к сыну. Ну, я недолго, голова все равно продолжает болеть. Притупляет таблетка, да, и опять потом через время развивает. Ой, теперь эти дни жары. На завтра вроде бы 38 обещают. Где-то даже 40. Ой, ужас какой-то. Ужас. И перепады было 20, представьте, 24. И потом резко 34. Вчера было 24, сегодня 34. Ну, вчера не было 24, да? Позавчера. А вчера уже чуть побольше было, 32. Сегодня уже 34-36. Ой, ужас, башка моя. В общем, все, мои хорошие, на этом видео свое заканчиваю. Кусочки поставляю, там рыбу жарила, да? Приятного вам просмотра. Ну и всем, как всегда, желаю. Оставайтесь все здоровы, в разуме, счастливы. В любви, в добре и в радости. Удача, чтоб всегда сопутствовала. Божьих благословений и благословлений, если две разные вещи. Это мирное небо всем над головой. И пока-пока. Люблю, ценю и уважаю. Не забывайте пальчик вверх, пальчик вниз, да. Подписку проверьте. Потому что опять у меня прыгает. У меня вчера было минус один человек, сегодня опять плюс один человек. В общем, капец. Все, пока-пока, мои хорошие. Погодите, не отключайтесь. Пыс-пыс еще сейчас будет по скриптам. Я сейчас вставлю, мы ходили до сына. Фух, посмотрела ему там коллеги по работе. Вспоминаю, как по-русски. Ой, голова моя. Коллеги по работе, в общем, ему тоже подарок такой оригинальный. Так, запаковали оригинально, да, и сделали. Я поснимала, он разрешил, поэтому... Сейчас вставлю. В общем, дети пошли в суши-ресторан еще посидеть, а я домой со своей больной головой. О, капец! Пошла опять таблетки пить. Все, теперь точно все. Смотрите и пока-пока. Все, ушла. Все. Джентльмен какой. Джентльмен. И шляпный. Кого? Это как это? Сердечные поздравления к твоему 29-му дню рождения.
wenn du mal nicht schlafen kannst, тогда что? Wenn wir da sind, hast du Freundschaft. Если мы во сне у тебя есть, говорит овцы, тогда у тебя хороший шанс. Ты сначала листай. Шарики. О, шарики. Бом. Ну-ка. Дальше. Может, мы какие-нибудь преступления найдем? Ой, бай, Вен думает. Хочет, может, я тоже хочу. Иманден айнен клебен вильст. Ну, в смысле? Я же говорю, вот два клея. Это от кого вот это? Что-то с клебером тут не все в порядке. Тонкий намек на толстые обстоятельства, по-моему. Ну-ка. Давай. Денис! Я тоже О! Буштабин сука. Я подумала, это гумми-бяхер. Так, вен... Вен ди амаль ди вертефелин. Беде... Денис. Где Денис? Ну вот, посередине Денис. Ну-ка дальше мотай. Wenn du dich mal auf einen anderen Planeten wünschst, Mars, тогда на Марс. Wunderbaum. Давай дальше, Зай. Если тебя кто-то это твоя знакомая, очень сильно заботливая. Она тебе тут даже наклеила пластыри. Даже оставила некоторые, такое можно взять. Денис, я не знала, что ты занимаешься спа-процедурой. Теперь придется. Я не знала, что ты занимаешься спа-процедурой. Теперь придется, Зая. Мама, мне делают. Wenn du mehr Zeit brauchst, oder wenn dir mal die Zeit fällt. Ну нет, у меня из-за них тошнит. Да? Wenn du mal lachen willst. Это вообще не лахнет. Wenn du mal wieder Kind sein willst. Wenn du willst Energie sein. Wenn dir mal die Energie fällt. Da war dann schon. Tut schon. Wenn dir mal ein Fehler unterlaufen ist. Ich hab's Tabletten придут. О, это для Жорки. А это что, и прям таблетки были приклеены? Ну вот сюда они так. А, они отклеились, наверное. Может быть, с другого места, да? Да. Я думаю, вида. А, может, там, где эти пластыри были? А, нет, они вот так были приклеены. Вот так были. Ну, название, чтобы... Что написано? Ибуфлам. Для кошки Ибуфлам? Ассалон. Вы думали, не шраубы... Только хаст. Парадис. Это ванилька? Только не говорите, это ванилька. Лимон написано. А, фиксово. Это шраубы лока, кажется, сюда как раз таблетки. А-а-а. Парадис. Wenn du mal wissen willst, wie das Paradies ist. Лягушки, лягушки. Wenn du mal einen Froh im Hals hast. А, это типа для таблетки. Да, для горла сосудов. Yeah. Венди Амаль, ты... Денис, тут есть эти салфетки для очков или для телефона. Фельд. Ты очки носишь? Чтобы протирать, да. Венди Амаль, ты дух блик фельд. Венди Амаль, вида айнен ланген атм браухтс. Oh, wenn du mal einen
Wunderbrauchst. Mm-hmm. О, ну как раз тут есть эти свечки. Wenn mal was daneben geht, wenn du keinen Ausweg weißt. Wenn Plan nicht klappt, keine Sorge, das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben. Тут много, но читать не будем. Денис, это сцена, сцена. Ой, бай, тут на всяких языках что-то. Сцена, сцена. Сцена, это твоя подружка, да? Сцена! Арбайт коллегин. Коллегинин. Да, твоя подруга Сэна? Все, там больше нет листов? Я уже подумала другое там слово. Динамише. Энтузиастише. Натюрихе. Интеллигента. Шпотлихе. А что там? А сейчас признаваться любить. Ein... Чего? Hattest du ein Preisschild, wurde auf dein Stein Material? Einmalig, Art, herzlich, Farbe, goldig, Preis. Unbezahlbar, Herz, große 3XL. То, что у тебя огромное сердце. Ой. Это чё? Ну-ка, ещё что там есть? Всё. Больше ничего, можно рассказать. Молодцы. А сейчас надо... Нет, с другой стороны. Есть бабочки, которые... Смотри, как отсюда она выглядит, как цветочек. Смотри, красавица. Она нектар ест с этих, видишь, как пчелка, видишь, нагинается, она кушает с цветочком нектар. Она маскировка, типа засохшие цветы. Видишь? А тут видно, как будто у нас там. Тебе получится. На угол посмотри. Нагинается, кушает и дальше другой цветочек потом. Да. Тут еще есть паутина, она может попасть сюда. Сразу. Нет, это маленькая паутинка, она в такой не запутается. Ой, баба на нее вылупилась, я не вижу, что снимаю. У нее что-то во рту такое. Но она это жало свое опускает, такое длинное. Смотри, вот когда она сейчас вытащит, она весь нектар высосет, и потом поднимет жало, и там такой длинная палочка. Нет, сейчас. Ого, сколько много она там пьет. Долго. Ну, значит, там нашла цветочки. О, видишь, смотри, видишь, потихоньку, видишь. Все, значит, уже заканчивается. Сейчас она вытащит. И смотри, какое жало она вытащит оттуда. Жало это что? Ну, это вот эта такая палочка. Я вижу ее глаза. Видишь, и вон жало вот это, которое в цветочек воткнутое. Вот сейчас она вытащит. Она им кушает, это такой типа рот. Я вижу, видишь? Вот это ее такой рот. Она его в цветочек засовывает, видишь? Она, видишь, то как? Есть, втыкает. Да. И там высасывает вот это. Я вижу ее глаза. Она так на меня смотрит.